Актриса Анна Хилькевич стала мамой в третий раз в 37 лет. Она призналась, что эти роды были самыми трудными в ее жизни и длились больше суток. Схватки начались, но вскоре прекратились, и малышка не спешила появляться на свет. Все пошло не по плану, однако кесарево сечение удалось избежать. В этот день, когда над нашей планетой воцарилась полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. «Я не ела 33 часа и почти двое суток не спала», — поделилась Анна. «Пробуя различные народные методы, чтобы ускорить процесс, она наконец родила на 41-й неделе». Многодетная мама рассказала, как это было. Привет, ребята! Вот, я вышла к вам на связь. Волосатый мой малыш лежит, видите, какая девочка. Ну, Маша у меня тоже была темненькая. В общем, это роды, это вообще было что-то с чем-то. Я знаю, почему я, как у вас сложилось ощущение, что я уже типа давно пыталась родить и наводила типа панику. Ребята, у меня были схватки на протяжении августа. И это были не тренировочные схватки. Это было начало родовой деятельности, которая все никак не могла войти в нормальную фазу. И роды мои вот эти вот сейчас длились 28 часов. Это минимум, это не считая вот... Актриса поблагодарила всех врачей, принимавших роды. Хилькевич отметила, что родила всех своих дочерей в госпитале Лапина, который для нее стал особенным местом. Она доверяет этому госпиталю самое важное – жизни своих детей и свою. Анна уверена, что когда ее дочери решат стать мамами, они тоже выберут это место для благополучных родов. Ребята, привет! Я с вами, я тут. Пока буду записывать эти прекрасные палаты, сторисы вам, но завтра. А пока спать, отдыхать и приходить в себя после этого увлекательного путешествия. Не все бывает так, как задумываешь. Да, особенно если это касается полнолуния.